Массовыми беспорядками закончилась первомайская демонстрация в Париже. Профсоюзы вывели на улицы тысячи людей. Колонна демонстрантов должна была пройти от площади Республики до площади Нации. В это время около 150 провокаторов в масках и капюшонах вклинились в процессию. Полиция попыталась их обезвредить, но те начали швырять в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью. В результате стычек пострадали четверо полицейских.